Алиса, включи свет на кухне. Алиса, выключи свет на кухне. Всем привет! Не так давно возникла необходимость настроить голосовое управление в умном доме, но не через нажатие кнопки на смартфоне, а именно через голосовую активацию, причем именно на смартфоне и через ключевое слово. То есть, возможно, для многих это видео окажется бесполезным, кто-то уже настраивал это все, но все же я решил его записать и показать, как еще можно управлять умным домом. Итак, нам понадобится программа Tasker, сразу скажу, программа платная, но имеет бесплатный период, примерно 7 дней. Хотя может быть и больше. Так что вы как минимум сможете понять, стоит ли тратить на нее 100 рублей или нет. А также нам понадобится плагин AutoVoice. Плагин также платный, и его стоимость уже около 150 рублей. Но опять же есть пробная версия, в которой плагин распознает только первые 4 символа. То есть вы говорите какое-то слово, он только первые 4 символа видит. И так как нам нужно только для распознавания ключевого слова, то в принципе этого будет достаточно, так как остальное будет делать сам Tasker, который полноценно работает, можно так сказать. Итак, для начала расскажу немного принцип работы. То есть Tasker через плагин AutoVoice постоянно слушает микрофон на предмет ключевого слова, и как только он его услышит, Tasker запускает задачу, которая уже записывает нашу команду какую-то, которую мы хотим передать в мажордома, и собственно говоря переводит ее в текстовые варианты и отправляет ее в мажордома. То есть уже Алиса нас слушает через шаблоны поведения там и выполняет все. Ну, в общем, дальше вы знаете. Так, давайте настроим все это дело и проверим, как оно работает. Во-первых, в Tasker мы благодаря вот такой вот инструкции настраиваем голосовой ввод команд, то есть это обычный голосовой команд, голосовой ввод, то есть через как бы ярлык на экране, но ярлык мы не будем создавать, мы просто здесь его запустим и проверим. Так, создаем задачу. Таким вот образом мы создаем задачу, то есть здесь у нас будет слушаться, здесь будет показывать, что мы говорим, здесь у нас будет отправляться на сервер. Еще хочу сказать сразу, что вот всплывающее окно можно сделать задержку где-то секунду, чтобы он нам долго не надоедал, на 5 секунд на целых. Возвращаемся назад, нажимаем, чтобы у вас появилось такое меню дополнительное, то есть у кого-то это клавиши, как у меня на Samsung Galaxy S4, у кого-то просто там здесь точки будут, либо, не знаю, на экранной клавише. В общем, заходим в настройки. Он тупит как. Снимаем здесь галочку. Я так понимаю, что это упрощенный режим. И сразу переходим в закладку «Разное». Здесь еще нажимаем «Разрешить внешний доступ». Это нужно для автовойса. Появилась у нас такая вкладка «VARS». И здесь вот в «My Server» мы прописываем наш IP-адрес нашего сервера. Вот, в принципе, и все. Теперь мы уже можем управлять мажордома, то есть можем зайти сюда, нажать play и что-то сказать, грубо говоря. Там, ну, например, привет. Подтупливает у меня запись, тут у меня еще стримится с телефона сюда. И, в общем-то, Алиса вот нам отвечает, что-то везде пишет, что неизвестная команда и что она вообще в шоке от нас. Так, теперь давайте перейдем уже непосредственно к профилю. То есть для чего мы создаем профиль? Для того, чтобы у нас по этому профилю, по событию, которое мы сейчас вот добавим, запускался вот этот вот voice, в общем, задачу, которую мы только что создали. То есть здесь выбираем плагин, выбираем автовойс наш, и в самом низу выбираем вот такое вот, даже не произнесу, что это такое. Нажимаем конфигурация. И здесь нам нужно добавить команду и responses, не знаю, что это такое, но тоже нужно сюда добавить, чтобы все работало. Нужно и здесь добавить команду. И помним, что у меня сейчас версия, как видите, даже вон реклама идет. Версия не full версия, в общем, бесплатная. И у нас ограничение 4 символа. То есть мы, допустим, хотим, чтобы у нас она отвечала на команду Алиса, активировалась и начала нас слушать. Значит, нам написать надо Алис.
Здесь пишем no и пишем нашу команду Alice. И все то же самое в response тоже пишем no и тоже пишем Alice. Нажимаем здесь галочку для подтверждения, для сохранения и выходим из вот отсюда. И здесь нужно выбрать нашу задачу, которую мы только что создавали, то есть которая будет запускаться. Так, то есть теперь, когда нас Алиса услышит, точнее не Алиса, а вот этот вот как профиль услышит команду Alice, вот, и он запускает уже нашу задачу Voice, которая слушает нас и отправляет голосовую, в общем, текстовую заметку, не знаю, ну, в общем, отправляет и управляет уже мажордомом. Так, но пока у нас, как видите, ничего не работает, я могу сколько угодно говорить Алиса, Алиса, там, оно никак не отработает. Теперь нам нужно перейти в AutoVoice, и здесь у нас вот в этой вкладке, вот в этом пункте меню нужно включить, чтобы он нас постоянно слушал микрофон. Нажимаем это, и он нас начинает слушать, вроде как. И, в общем-то, теперь выходим и переходим в Tasker. И здесь внимательно, то есть смотрите, у вас здесь вот может быть галочка, то есть если вы ее не нажмете, то есть, не знаю, да, вот такая галочка будет, скорее всего, как видите, он уже начал нас слушать, кто-то даже. Нужно нажать эту галочку обязательно, чтобы сохранился и активировался этот профиль, грубо говоря. То есть он написал appliet, и, в общем, все должно уже работать. Алиса, привет. И как видите, Алиса у нас ответила. Блин, а какие у меня шаблоны там поведения есть? На хоть что-нибудь, чтобы она сработала. Так, ну давайте посмотрим, например, о, как дела точно, я вчера экспериментировал. Так, давайте попробуем. Алиса. Ах, да, она нас перестала слушать, и связано это с тем, что, как, в общем, работает все это связка Tasker и AutoVoice. То есть AutoVoice постоянно слушает микрофон, но как только запускается задача Tasker, которую мы создавали, блин, как все тупит. В общем, эта задача в Tasker, она забирает микрофон себе и обратно в Алису, ой, в Алису, в AutoVoice не передает. Нам нужно это исправить. Что мы делаем? Добавляем здесь еще одну задачу, или как она, действие. Выбираем плагин, AutoVoice, и здесь вот самое первое, вот это вот Continuous. Нажимаем на карандаш, попадаем в AutoVoice, и здесь ничего не делаем. Блин, что за реклама? Здесь ничего не делаем, нажимаем просто галочку. Возвращаемся обратно, опять добавляем еще одну задачу или действие, как называется. Выбираем AutoVoice, опять Continuous этот, нажимаем карандаш и уже здесь ставим галочку. Да не один я, блин. Так, ставим галочку и что у нас будет происходить? Возвращаемся обратно, что у нас будет проходить? То есть мы спрашиваем, говорим Алисе там что-то сделать. Вот это все три пункта выполняются, то есть как вот мы управляем обычным голосом. И дальше у нас стопорится AutoVoice, Continuous сервис, вот этот, который слушает постоянно, и заново запускается. Ну давайте проверим, не знаю, что там у нас, как дела, да? Как дела? Это все нормально, как сам. Ну и в общем, по идее, теперь он нас должен слушать. Ну да, как видите. Блин, тут отставание, ну ладно. Как видите, все он слушает, ну давайте, не знаю, теперь проверим, что ли, как это все работает уже непосредственно с командой. Алиса, как дела? Так, а где сообщение мне, Tasker? Ой, Telegram. О, все, пришло, все нормально. Так, ну что он, теперь нас слушает? Угу. Все слушает, дальше опять продолжает. Можно еще раз попробовать. Алиса. Алиса. Что делаешь? Нет такого шаблона, естественно. Ну ладно.
Но я думаю, вам уже понятно, что все в принципе работает. Можно еще, конечно, поиздеваться с таскером, подобавлять туда всяких, не знаю, вибраций, допустим, чтобы вы чувствовали и знали, когда вас Алиса услышала, либо еще что-нибудь добавить, тут, например, разблокировку в экране. Но это уже на ваш вкус и цвет, тут можете поискать по вот этим задачам, посмотреть, что она делает, что она еще может. На самом деле, таскер достаточно мощный инструмент для такого мобильного программирования, скажем так. Ну, а на этом у меня все. Не забываем поставить лайк под этим видео, ну и, естественно, подписаться на канал, а также группу ВКонтакте. Ссылка на группу в описании. Всем пока!